Всем добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Анна, я всех рада увидеть у себя на канале. Сегодня у меня распаковочка одной посылочки матрешки. Вот такой. Уже 11.11 давно закончилась, а до меня только доползла посылочка. Здесь, естественно, у нас... Все. Пакет был не в пупырку. Здесь у нас несколько посылочек. Давайте приступим вот к этой. Пакет здесь был не в пупырку, девочки. Вот. Подарочков тоже здесь нету. И здесь мне пришли пилочки. Пилочки, расходный материал. Мне интересно посмотреть. У этого продавца первый раз заказывала. Заказывала в наборе 50 штук. Все они 100 на 180 горит. Так. Давайте хотя бы одну посмотрим. Нет, посмотреть надо хотя бы одну. Так, никак разрезать не могу, ножик тупой. Так, достать. Так. Ой, девочки, нормально. Не сыпется. Так, вот эту пилочку я себе заберу. Ну, нормально даже вот... Ой, мой цветник это спилил. Даже вот эти ноготки нормально пилит. Нормально пилочки. 50 штук должно быть. Сейчас посчитаю. Так, девочки, ровно 50 штучек здесь. Отставляем. Что у нас тут следующее? Следующая такая вся грязная. Что у нас тут следующее? А... Смотрите, мне было странно. Я заказывала фрезер и фрезу у этого продавца. Фрезер была доставка с России, с Москвы, а фреза с Китая. И посмотрите, она пришла без колпачка. Сиреневая такая, прям темно-сиреневая насечка. Мне нравятся вот эти фрезы. Классно. Жалко, что без колпачка. Ну ладно, у меня колпачок там есть. Я уже всю перерыла, нету здесь колпачка. Так, давайте следующее. А мне интересно, она не это? Нормально. Пойдет. Давайте следующую, девочки, смотреть. Следующая у нас такая плоская. И здесь. Так. Фу, знаете, чем пахнет? Резиной. Такой, не знаете, не ветки. Даже не резинкой, а пахнет новой клеенкой. И давайте сейчас вот это подвину. Пакет был в пупырку. И здесь у меня 3 фотофона. Вот такие размером 60 на 40 или 40 на 60. Вот они мне маленькие, небольшие. Давайте первый смотреть. И я уже, девочки, по ощупу, я уже чувствую, что вот это вот качество тоньше прям. А это качество потолще. И вот такая красота, девочки. Сейчас переверну вот так вот вам покажу. Такой фотофон. Эти фотофоны я заказывала, помню, девочки, вообще за 100 или даже за 80 рублей. Сейчас заходила, на данный момент эти фотофоны стоят 250, ну, короче, около 300 рублей один фотофон стоит. Я их заказывала, урвала за 100 или за 90 рублей даже. Они разная цена была у всех. Так, это первый фотофон. Так, давайте следующий смотреть. Качество такое же, прям плотный, классный. Раскрываем. И вот здесь у меня голубенький. Вот такие вот цветулечки. Ну, цветы, может, и не видно будет в кадре, потому что вот так вот буду стелить. А давайте вот так вот оставим его. Тоже классный. Давайте следующий. Я уже вот смотрю, классный фон будет. Даже без этих цветочков. Давайте откроем предыдущий. Мне посмотреть, как он будет смотреться в кадре. Вот тоже смотрите, как классно смотрится в кадре.
И, девочки, третий фотофон. Смотрим здесь вот с такими вот ромашками, светлый фотофон. Вот смотрите, классный, вот смотрите. Классно. Главное, вот все, у меня теперь разные фотофоны. У меня тут дети сидят на диване, прыгают. Классно, мне понравилось. Здесь, вот смотрите, это, наверное, нумерация фотофона. Он делает, этот продавец периодически, он скидывает товар на свои фотофоны. Но я не, больше не лазила в магазине, просто напала на эти фотофоны. И периодически вот лазила, смотрела. У другого еще продавца, открой секрет, еще заказала фотофоны другие. Вот, не знаю, когда придут. Эти пришли быстренько. И вот он периодически как бы скидывает цену. Я ссылочку оставлю на эти фотофоны. Вы заходите, смотрите. То он бывает дорого кидает, то бывает они дешево. Складываем. Все три вот так сложу. И давайте у нас последняя посылочка осталась в этом распаковочке. Так, сюда верну это все. В этой распаковочке у нас последняя посылочка осталась. Пакетик в пупырку. Здесь, девочки, еще все в пупырку было обернуто. И тут уже даже, смотрите, девочки, что я увидела. Тут нарисованная ручка, написано USB Flash Drivers. Drivers. Девочки, здесь, смотрите, какая красота. Все это в пупырку было так обернуто, классно. Смотрите, какая красота. Давайте мы ее сейчас закрутим, чтобы вам показать, как это. Смотрите, какой классный, блин, вообще. Вот знаете, вот на подарок мужчине вот такую ручку-флешку, она поворачиваем вот здесь, и она открывается. Открывается и пишет. То ли черным, девочки. Да, черный цвет. Черным цветом пишет. И мне интересно, как сюда вставляется стержень. Наверное, вот здесь откручивается или снимается. Снимается, девочки. Ага, я сняла. А как его вытащить? Девочки, честно, не знаю. Потом надо разобраться, как сюда ручку вставлять. Вот здесь вот пошарпано вот это вот. Ну, видно вот это вот, то, что как клеили вот здесь, наверное. Вот, смотрите. Ну, здесь она не важна. Так, все. Так, лишь бы обратно вставить, девочки. Так, сейчас я вставлю, вернусь к вам. Так, все, девочки, вставила. Ручка классная. Я заказывала ее себе. Ой, все у меня от этого, от внутренности. Себе для того, что у меня всегда была под рукой ручка. Там есть у продавца разные флешки. Я заходила, смотрела. Это флешка на 32 гигабайта. Я заходила, уже проверяла, рабочая. И в ней, девочки, 29 с чем-то гигабайтов. Классно. И я предложила своим родителям дочкиного класса, у нас там мужчина, классный руководитель, предложила, если вот такую флешку купить на подарок. Флешка-ручка на 23 февраля, классно, да? Ну что, вот такая у меня была небольшая, девочки, распаковочка. Надеюсь, вам понравится. Вы были со мной до конца. Ждите моих дальнейших видосиков. А я вам всем говорю, всем пока-пока. Всем до скорых моих видосиков.